Стихийные рынки продолжают появляться на курорте в самых неожиданных местах. Казалось бы, ярмарки привоз функционируют на выгодных условиях. Но предприимчивые граждане, и чаще всего это перекупщики, самовольно устанавливают лотки, где придется, а то и вовсе торгуются автомобили. Разработано постановление, разработаны места, схема дислокации по размещению новогодних ярмарок. Те, кто желали, они обратились, написали заявление, и уже с 1 декабря у нас начинают выставляться предприниматели с красивыми конструкциями, с украшениями к Новому году и работают по нормативным документам. Для местных жителей, которые выращивают собственную продукцию, для сельхозпроизводителей у нас определены места ярмарок-привоз. Они могут выходить туда и реализовывать свой товар. И поэтому на сегодняшний день у всех есть возможность работать в рамках законодательства. В администрацию города с жалобой обратились руководители предприятий торговли, магазинов и жители многоэтажного дома, под чьими окнами развернулась бойкая торговля рыбой и фруктами. Рейдовая группа из специалистов управления торговлей и муниципального контроля прибыла в село Супсех. Несанкционированной торговли на курорте не место. На нерадивых предпринимателей составили протоколы об административном нарушении. Им грозит штраф. За повторное нарушение штрафы будут на порядок больше. Торговать без разрешения документов предпринимателям будет просто невыгодно.